еще очередное сравнение воды, которую нам принесли. Вот такая вода. Ну и нашей воды. Воды жизни, которую мы делаем. Наливаем также воду. И смотрим. Ну, показатели УВП. То есть видим, как УВП имеет отрицательный заряд. Это хорошо для тела организма, для клеток организма. Они заряжаются, они не тратят энергию. Ну и наливаем, соответственно, воду сюда. Смотрим показатели УВП. Воды, которые нам принесли, вода вот такая. Ну, в принципе, ничего удивительного. Она имеет также положительный теперь. То есть, выпивая это, человек не молодеет, он просто говорит, клетки организма теряют электроны. А наша вода, еще раз показываю, наоборот, заряжает. То есть, еще раз показываю, чтобы было сильно видно. Это то, что имеет вода. То есть, положительный. Выпивая эту воду, человек не молодеет, просто пьет. Но при этом клетки организма стареют, и человек стареет. Сейчас сделаем показатель pH. Вот. Ставлю датчик. Смотрим показатель pH 8,35. То есть это хорошо для тела человека. Имеет щелочной баланс. Вода. И вставляем воду. Вот этот датчик. Стоит, смотрим, что происходит. Еще раз наша вода. В принципе, неплохая вода, правда, практически ушло кислую среду потихоньку, ну, в принципе, пить можно. Сейчас еще проверим приборчиком на минерализацию, посмотрим качество воды. Ник, такой простой тест, смотрим, что происходит. Ну, тут уже реакция бурная пошла, то есть сейчас посмотрим, что получится из этого. То есть сравниваем воду такую, которую нам принесли товарищи, и нашу вода жизни с отрицательным УВП, с щелочным балансом. В принципе, уже примерно виден результат. Если сравнивать. Это не реклама, просто каждый делает выводы сам, что он пьет, да? И, соответственно, просто здесь слишком много минералов. Посмотрим, чем все это закончится. То есть наша вода и вода. Мы не рекламируем, мы просто сравниваем воду, которую покупаем. Или нам приносят друзья из магазина. Результат. Так что делаем выводы сами, что мы пьем. Всем удачи и хорошего дня.